Практически во все дома Харькова уже подали тепло. Напомню, в пятницу в городе прорвало теплотрассу, ремонтировали на 20-градусном морозе, включили резервную линию, но и она не выдержала. Все подробности расскажет Светлана Шакера. Олег Вихляев с семьей провели в холодной квартире все выходные. Тепло дали только сегодня на рассвете. Выживали за счет обогревателя. Был ТЭН у нас, который обогревал практически все наши 40 квадратов. Но дочери Олега в школу сегодня так и не пошли. В остывших классах плюс 12. В школе было 3 человека, потому что школа не успела прогреться полностью. А в соседнем доме по улице Амосова, 52, жильцы продолжают мерзнуть уже 3-й сутки. Мерзнете? Ой, не то слово. У нас 2 детей, мы уже там кошмар. Несколько одеял, все, что есть, на себя одеваем. В городе подключили почти все дома, детские сады и школы, заявили в областной администрации. Ситуацию с авариями на харьковских теплотрассах сегодня обсуждали и в столице. Вице-премьер Геннадий Зубко призвал городскую власть рационально использовать деньги, которые выделяет государство, в том числе и на ремонт дырявых труб. Мы, как держава, сделали все, чтобы обеспечить ресурсами безпосередньо місцевого самоврядування. 192 миллиарда по Україні мы закінчили. 2017 рік, ну якщо мені там не зраджує пам'ять, то місто Харків мало 4,8 мільярда бюджет розвитку тільки в цьому році. Морозов не выдержали старые коммуникации и в Запорожье. Там прорвало трубу диаметром в 1 метр. Из-за этого жители Александровского района остались без холодной воды. Найти место аварии коммунальщики смогли лишь после полудня. Говорят, труба находится на глубине 4 метров, поэтому добраться до нее проблематично. К тому же рядом газопровод. Как долго будут ремонтировать трубу, аварийщики не знают. Подвоз холодной воды возможен только при температуре до 0 градусов. Ниже 0 градусов замерзают краны. И люди не сможем ее довести до потребителей. А морозы, предупреждают синоптики, будут только усиливаться. На западе и севере страны ночью до минус 27. Ожидаются также снегопады и сильный ветер. Настоящий снежный шторм надвигается на Одесскую, Херсонскую и Николаевскую области. На дорогах возможны заносы, так что старым коммунальным сетям предстоят серьезные испытания. Светлана Шакера, Сергей Бордюжа, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интер.